Дисклеймер. Привет, Эдрит, сегодня мы с тобой продолжим проходить Ромпу Йорл. Да, я вспомнил, на чем мы остановились. А, нам еще и подробнее решили показать. Итак, на чем с мотивацией? Чему мотивация в кавычках? Пожалуйста, нет. Пожалуйста, остановись. Нет, не получится, включайся. Что это? Давай. Не услышать этот восхитительный голос. Подожди, почему Катока написали, что это говорит, но это не она. Извините, что беспокою вас, пока вы заняты, пришло время для урока. А ей шалбану так будут давать. Так, вы можете отбиваться от щупалец с помощью левой кнопки мыши. Так, пока логично. Щупальца также могут атаковать вас за пределами экрана. Для этого используйте клавиши V и S для переключения экрана. Так, это уже немного заморочено, но пока еще терпимо. А если позволить комару лапать себя, это увеличит счетчик сердец. Вы ведь знаете, что это означает? Нет, не знаю. Если они заполнятся до конца, игра окончена. Окончена. Так что наслаждайтесь, но знаете, имейте это в виду. Что? Так, ну давай посмотрим, как игра окончится. Так, ну пока не сложно. А, три уровня у нас. Пока нормально. Ой, ну это прям надо... Это надо прям стараться, чтобы проиграть. Слушай, они так долго наполняются сердечки. Почему это назвали мотивацией? Может, имеется в виду не мотивация, а стимулятор? Не знаю, мотивация, ладно, хер с ним, мотивация. Ну все, игра окончена. Это что? Я ненавижу это. В конце концов, я ненавижу все это. Мотивация завершена, доступ дальше этой точки запрещен, так что игра окончена. Но я не могу понять, это действительно в игре так идет, или это просто я слишком извращенец? Тебе что, ну, нет? Ну, это ж не может показаться, правильно? Какая мотивация? Да, это я уже все, да. Дальше, это мы уже все прочитали. Конечно, ага, конечно, как скажете. Да-да-да. Ладно, теперь можно отбиваться. Мы увидели. Ага. Так, уходи. Ага. Так. Ну я не знаю, как это комментировать. Так, ага. Какой там рейтинг у этой игры? Так, куда? Ручки свои шаловливые убирай. Убирай, ты тоже. Так, ну ты чуть-чуть можешь, но потом убери. Подожди. Так. Ой, ты сечешь вся лицо мокрое. Так, давай так. Так. Да куда ты? Я это в порнушке видел. Это так образно. Конечно, я не видел ничего. Так. Знаешь, как пример. Все. Еще. Боже мой, какая ты настойчивая, но мы только начинаем. Шакомаротка еще. Вы будете медленно, но верно мотивироваться. Пожалуйста, хватит уже. Ты такая сексуальная. Я слышала, что лучшие женщины — это те, которые еще не созрели, но это превзошло все мои ожидания. Это ж не показалось мне, да? Но когда они гниют, они становятся демонами. Я должна найти идеальное время. Что? Прекрати. Зачем ты это делаешь? Я всегда спрашивала об этом. Я спрашивала их много раз. О чем? Ответ всегда был, потому что я симпатичная.
Может, потому что ты симпатична, нет? Я неплохая девочка. Это просто расплата за то, что со мной случилось. Если ты считаешь, что это неправильно, тогда то, что взрослые делают со мной, тоже неправильно, верно? И если это так, то ты ничего не можешь с этим поделать. Покороче предложение, у меня дыхалки не хватает. Опять? Садись, все, свое развратное тело, ты никогда не останешься голодной. Кстати, это противоположное с детскому порно, так что это можно поместить в видеоигру, нет проблем. Что, не проблема, а? Ну и разве это неправильно, когда ребенок делает это, но ведь взрослым тоже нельзя так поступать. И то, и другое нехорошо, если тебя бьют по правой щеке, подставь левую, как говорится. Нет, нет. Но нет. Что? Нет, мне это кажется, просто кажется. Это ж игра про... То, что дети устроили бунт, правильно, это про революцию, про конец света, как-никак, не может быть такого. Это же GPS сломан, что вы нахитите со скоростью около 35 миль в час? Почему я такая быстрая, земля крутится без меня? Бинго! Я вижу, так вот она что. Эмма на рельсе для меня впервые. Полностью выводит меня. Вот это стекло разбило. Хулиганка. Где Камару? Да, откуда знаю. Но здесь явно ничего нет. Ну и вряд ли мы... Вряд ли мы этой неадеквашей можем что-то читать, правильно? Значит, робот против серийного убийцы мне столько должна написать о своем следующем романе. Да-да, давай. Так. Пока-пока, Манаку. Но в целом это несложно, слушай. Играть только... Это вообще самое элементарное, что может быть. Так, а как кидать ножницы? Я вот в кресте включаю прицел, но она не кидает. В чем прикол? Что-то пованивает, надо проветрить. Давно я не ездила на таком геле, чем Тарксон, хотя бы предпочла ездить на господине. Так, допустим. Пока-пока, Монаком. Ах ты, слышишь, ты мне прям по роже дал. Нормально. Только не нравится, когда я на лицо плюю, если это не господин. Подожди, типа по очереди меняется, что ли? По-моему, сначала был мальчик, теперь девочка. Индокомара, ты уже закончила? Мне становится скучно. Она уже один раз закончила. Второй раз я ее спас. Так, так. Так. Угу. Не, ну это реально элементарно. Это либо чтобы геймплей потянуть, либо что. Тут ни сложности, вообще ничего. О, медведи Манахуна. Чумп, это вообще что значит? Такого нет слова. Хотя, да, я так говорю, будто я английский знаю. Нет, такого слова не существует, что вы. Да заколебете, сколько вас бить еще надо? Все, давай еще тебя. Ну давай еще тебя напоследок. Да ну не кидаются ножницы, а. Давай так. Так, хватит. А, все, ага, все. Да видишь, опять мальчик. Тут дети почему-то меняются. Хотя это поезд один. Фактически это косяк, я думаю. Почти на фронте, так полный период. А, и скорее всего сейчас взорвется Монокума и дверь нам откроет, да? А, слышишь, ты не взорвался. Так, давай отходим, отходим. Нет, не взорвалась дверь. А, теперь взорвалась, это такая галимая реализация. Начни носить трусы, слушай, продует.
Боже мой, я что-то прерываю. Нет, это не так, пожалуйста, спаси меня. Я не позволю тебе. Очаровательные девочки заслуживают наказания. А девушки, которые не являются очаровательными, получают еще более суровое наказание. Я не уродливый, я просто ниже среднего. Так и я достаточно уродливый. Что? Тьфу, ты и так достаточно уродливая. Ты такая мерзкая, высунула язык, совсем не очаровательный. Закрепёшь. О, ну нифига себе, я не обожатель, со скорее симпатичная девушка. А почему ты так высоко себе думаешь? Это из тех девушек, которые никто никогда не приглашает на ночевку. Ты закрепёшь со своими зубами. Так... То есть главная битва с боссом так будет выглядеть, серьезно? Из-за роботов? Не, я не верю, не верю. Тут чем-то подобное будет сейчас. Боже, школьники, ты жесть. Ты пиджак порезала? Да ты заколебешь своими зубами. Во-первых, во-вторых, почему зубы усыпили? Как его там? Катока, Амару, Камару, Камару. А на убийцу все это не действует вообще не. Так, все, третьего раунда нам не надо. Да не, уже нечего резать, все хорош. Да нет. Нет, извращенка, извращенка на мозге кисти. Нет, 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 ну... Не то, что... Тут не то, что блокировка на ютубе, тут блокировка в жизни может настать. Придется, походу, вырезать кусочек, да? То есть мне вообще-то 18, но это уже слишком. А, ну если 18, то нормально. Ты с хера ли они говорят, что они дети? Ну, она сказала ей 18, ты слышал, все. Но это не выглядит как 18. Боже, стреляем холостыми, да? Но опять же, ты никогда не была заряжена, в первую очередь. Здесь шутки, я не понял. Как вульгарно. Эй, не делай такое лицо, иначе ты окажешься в гораздо более вульгарной ситуации. Олюлю? Вот это прикольно. Олюлю? О, на рельс. Летел в небе и врезался в высотку. Что? Стой там, тебе лучше оставаться на месте. Если ты это не сделаешь, моя рука может соскользнуть, и тогда я начну делать снип-снип-снип. А, снип-снип-снип это... Угу. Боже, только не попади в плен, как не будь коротышки. Что? Что? Я думала, ты не придешь, я имею в виду сразу после нашей ссоры. Сара, о чем ты говоришь? Просто я хочу спасти господина Бьякла. Только я так испугалась. Это неожиданно. Развитие девочки в девочке. Эй, леди, у меня не такой вкус. Отвалит мне. Прости меня, мне жаль. Мне так жаль. Я пытался уйти от тебя. Я пытался убежать. Так, надо попить. У меня в горле уже пересохло. Я говорила такие ужасные вещи, например, что у тебя нет друзей. Прости меня, мне очень жаль, Тока. Я не имею права принимать такие извинения. Ты серьезно глупая? Какого черта ты доверяешь серийному убийце? Что-то ты пока не убила никого. Что? Что случилось? Ничего, совсем ничего. Что здесь происходит? Давай, просто уйдем. Это было бы трудно объяснить. Да хорошо, я не совсем понимаю, но я определенно не хочу больше быть здесь внизу. Где здесь внизу? Камару Наги, скорее Кам Ару Наги. Да ладно, это даже не было умно. Но вот, честно говоря, на русском это не звучит, на английском допустим еще Камару Кам Ару. Так, давай уйдем.
Нет, я настаиваю, все-таки извращенность мне не показалась. Так, мемуары Катоку Уцуги. Отстой. Почему тела демонов не восхитительны вообще? Например, их тело больше без причины. Они даже не наполнены восхитительными вещами внутри. Это как яйцо, внутри которого ничего нет. Пустой болванчик. Я должна убить их только за это. Почему? А, ладно, ну допустим. А, говоря о яйцах в японском языке, есть два способа написания слова «яйцо», но использовав эти слова, можно по-разному. Первое яйцо обозначает убежище, в котором зарождается жизнь. Второе яйцо означает ингредиент для приготовления пищи. Ух ты, разве мелочи не восхитительны? Так, ладно, допустим. Чё там? Ага. Так, ну все, получается, мы все, что могли осмотреть, это смотрели. Хорошо, пошли. В прошлом выпуске мы не читали книги, я надеялся, и в этом не будем. А почему ты не можешь... О, господи. Уже босс? Что? Так быстро? Подожди, а как поезд изначально летел вот сюда, вот, прям на арену? То есть она знала, что они сбегут? Благодаря тебе мне удалось купить тебе новый наряд, но ты разрушила замок движущегося бойца. Я чувствую, что я участвовала, вы меня скоро разозлите. Я тоже очень зол. Твои лица не совсем соответствуют тому, что ты говоришь. Во-во. Она на себе тот механизм опробовала. В конце концов, это актерская игра. В глубине души я не могу не чувствовать себя невезучей. Я говорю о невезучести. Тебе действительно следовало позволить мне мотивировать тебя немного больше. Ты могла бы почувствовать себя так хорошо, твой разум был бы взорван. Ты бы стала такой извращенной. Я не хочу, чтобы это случилось. Ой, да ладно, не хочешь, ага. О, ты собираешься отказаться от ответственности быть очаровательной? Это нечестно. Быть очаровательной означает стать объектом зависти, быть названной уродливой сукой или попросить умереть. Если этого не происходит, быть очаровательной просто не стоит того. Я думаю, что ты описываешь, называется неоправданная обида. Давай еще терминами покидайся, ага. Ой, и еще одно. Амара не такая милая, как ты говоришь. Она чуть выше среднего. Да, я согласна. Обоснованное недовольство. Нет. Это работа демонов. Все, чего я хотела, это быть такой же, как все. Нормальным ребенком, который ничем не выделяется. Но она использовала меня, чтобы получить свою мечту, даже если это означало пойти со мной на рынок. Но парни, которые хотели этого, тоже виноваты. А бизнес с набором из матери и дочери? Насколько извращенным могут быть взрослые? О, моя ошибка. Я имела в виду демонов, а не взрослых. То есть они и так быстро выросли, им теперь по 18, и они не взрослых наказывают, а демонов. Серьезно, мне так стыдно за себя, что я действительно слышала то, что говорили эти мерзкие демоны. Но теперь все изменилось. Можно еще тише. Как человек, который знает, что делает взрослых счастливыми, я даже знаю, чего они не хотят. Используя то, чему я научилась, я смогу уничтожить демонов и заставить их страдать так же, как страдала я. Не все взрослые такие, есть хорошие люди, которые... Это почему никто не спас меня? Если мир так хорош, почему никто не помог мне бежать? Ну, не важно. То, что я сказала только что, не было тем, что я чувствую на самом деле. Это была игра. Просто представьте, это бывшему гению детского актерского мастерства, идеальное исполнение будет легким, как пирог. Как пирог? Кейк-пирог, да. Нет. К тому же, меня все равно спасла старшая сестра Джунка. Опять это имя. Мне надоело слушать это имя. У Камару колготки порвались. А, это мисс уродливые очки случайно не знакома со старшей сестрой Джунка.
Или как это называется? Забыл. Чулки? Не суродливые очки. Гольфы, гольфы. Вы, ребята, даже не представляете. Вы не можете. Вы не знаете, насколько ужасна эта женщина. Ты была отурачена. Я не знаю, как она убедила тебя, что она милая, нежная девушка, но... Да там... Два убеждения, нихера себе. Нежная. Опа. Нежная. Пожалуйста. Прекрати. Нежность. С нежностью. Это они нежные, я встрагиваю. Нет, я не хочу нежности, я не... Пожалуйста, прекрати. Все, кроме нежности, пожалуйста, нет, хватит нежности. А что с ней случилось? Это не похоже на актерскую игру. Нет, я не хочу нежности. Я не хочу больше нежности. А, наконец-то. И смотри, каждый раз все ловят, нет, чтобы неожиданно прилетело просто бум. Я. This is good. Все, что угодно, только не нежность. Куда так быстро? Я сказала, никогда не говори нежно. Я просила тебя. Больше никаких. Все, что угодно, только не нежность. Откуда этот огонь пошел? Откуда робот появился? Вообще дизайном не соответствует под нее. Даже не розовый. Говорили, что будешь нежен. Просто сделай мне больно. Если вы говорите, нежно, вы будете нежны со мной. Пожалуйста, убейте меня вместо этого. О, все, вообще психануло. Ну давай. Ну, как всегда, в воде я говорил. На призовые деньги от охоты на демонов я куплю. Что? Я куплю Аиста, чтобы у нас с Монакой был ребенок. Я не могу проиграть, я просто не проиграю. У этого ребенка должно быть где-то... Фу, у этого робота должно быть где-то слабое место. Я не могу читать, давайте... Давай попробуем найти его, спасибо. А где оно? Так, нет. На, Павла. Слушай, это довольно-таки сложный уже уровень. Ну, вот так он... Но он молотом же не просто так... Мега-атака! Он же... Когда этот топор присоединяется к земле, самое подходящее время для удара. Зашибись, конечно. А куда, а как? Так. Ну нет, шокер тоже не работает. Стоит. Причем ни на кого, даже на Монакома. Мега-атака! Ага, вот, вот, сработало. Быстро, быстро, быстро. Куда, куда, куда? Куда? А, вот, вижу, все, 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 нашел. Ты хочешь быть нежной со мной? Я убью тебя. Все, ну я, помнишь, когда нам только дали еще шокер? Так, не поняла, почему ты все еще стоишь тут. Ладно, помнишь, когда дали только шокер, я тебе сказал, что босс будет по-любому в воде. Ну или я подумал об этом, но не сказал. Давай так. Нет, не сработал. Так как? Твою мать. Извини за беспокойство в такое опасное время, но пришло время для краткого инструктажа. Или обучения, не в суть важно. Когда ваше здоровье будет на исходе, враг может наброситься на вас с последней атакой. А, то есть дают последний шанс, ну спасибо. А когда это происходит, начинается время отчаяния, подобно тому, что вы видите здесь. Ну... Если вы сможете остановить уменьшающийся белый круг прямо на желтой области с помощью С, только спасает вас, атаковав врага своим электрошокером, который расходует один заряд батареи. Но если вы сможете остановиться в синей зоне, сюрприз, она не израсходует ни одной батарейки. А в чем прикол? Батарейка все равно сама пополняется. А для более уверенных в себе игроков, почему бы вам не попробовать прицелиться в синюю область? Не знаю. Кроме того, у вас, если у вас меньше одной батареи, будет доступна только синяя область, так что будьте осторожны. Ну, допустим, да, это логично. Теперь, если вы закончили читать этот текст, вы можете продолжить игру. Приготовьтесь. Я готов.
Ну, нажимайся. А желтый тоже нормальный. Шокер все равно пополняется сам. Батарейка, точнее. Опа. Где? Это пистолет читерский, мы не можем пользоваться, это против правил. Но откуда я должна знать это правило? Вы их придумали сами, блядь. Алин промазал. На ветчину порубила, нифига себе. Нифига себе. Так, давай-ка возвращайся. На призовые деньги, да-да-да, я куплю аиста, который принесет нам с Монако ребенка. Подожди ты. Я не могу проиграть, да, я в курсе. У этого робота должно быть где-то слабое место. Во-во-во-во, быстренько. Так, как так? Да как так? Ой-ё. Из 7 выстрелов 3 мимо, зашибись. Ты хочешь быть нежной, я тебя убью? Да-да-да, это мы тоже читали. Блин, этот робот заколебал он со своими... Это был глуповатый удар, согласен. Этот пистолет точно жульнический, ты не можешь его использовать. Читерский, короче, я это уже говорил. Да-да-да. Откуда я знаю правила, вы сами их придумали. Чё, опять? Нет, тут когда жестко. Идеально. Так, быстренько берем. Ага. Где ты? Блять, вот ты. Ты хочешь быть нежной, я тебя убью за это, да-да-да, это мы тоже говорили. Так, все, ты заколебал смерть. Да что ж такое-то, а? Да прекрати ты. О, ну блин. Так, дай-ка мне шокеров еще. Понятно, он мне дал не шокеров. Спасибо огромное, ушли. Так, быстренько. Успел. Давай. Поворот стремительно наклоняющийся вверх. Подожди, я не могу. А почему? Неужели я проиграю, демоны дети не могут выигрывать у взрослых? А, все? То есть, чтобы сломать щит, понадобилось сколько? Ну, по-моему, 6 ударов. И чтобы сердцевину 3 удара. Это как-то странно, но ладно. Это вообще, знаешь, на трансформеров каких-то похоже, но никак не на бойцов роботов. Я даже знаю, какое ей наказание сейчас будет. Чё? Что? Она спасла ее? Сфигали. Ну, естественно, жопой кверху, как же еще? Не понял. Зачем? Женка, это граничит с ней преступностью. Ты в воде сидишь, ты в курсе? Заткнись, на этот раз я не отпущу, но заставлю тебя говорить. Иди, господин Бьяко. Чтоб допросить ее, они ее спасли, понял? Что вы делаете с этим ребенком? Я уже по голосу узнала. Как назря с твоей стороны, я думаю, что это скорее в демоническом роде. А сплотиться, издеваться над ребенком, это как особый навык, который есть у всех вас, взрослых. Нагиса. Что вы обидели в ребята те, кто все это начал? А все, что мы хотим, это мирный рай, где дети могут жить без страха. Не смеши меня. Ты все это время использовал этих Монако для убийства взрослых. Она права, если все, что ты хотел, это мирный рай, это не стоило делать так. Другого выбора нет. Мы должны убить их. Если мы позволим им жить, наш рай будет уничтожен. И если это произойдет, мы будем вынуждены снова терпеть нашу боль. Ничего не изменится. Мы никогда не сможем обрести мир, пока не уничтожим всех до единого. Поэтому мы должны убить демонов, чтобы защитить наш мир. Это звучит так, как что-то из чертовской, из какой-то чертовской видеоигры. Ты сошел с ума, парень.
Да, наверное, вы правы. Мы все сошли с ума. Масару Джатара, которым Монако, наверное, мы все безумны, сломлены. А ну чья это вина? Это все взрослые нас сломали. Нависа. Хотите услышать правду? Мы напуганы. Мы все боимся взрослых. Да ты чё? Как неожиданно. Слышать их шаги, чувствуя их присутствие. Мы не можем не чувствовать страха в полном ужасе. Пока существует взрослое, мы не можем успокоиться, мы не можем жить в мире. На этом этапе ущерб необратим. Я поняла, что за всем этим стоит что-то вроде этого, и мне жаль тебя. Подожди, а с этим что, с Камару случилось? Ну, неважно, сколько ты жалок, это не значит, что ты можешь причинить боль другим. Просто относиться к ним так, как они относятся к тебе, это просто сделать их одинаково несчастными. А вы говорите, что мы должны просто принять это. Вы говорите, что мы должны оставить все надежды. Надежды? Нет, все в порядке. Давай уже закончим это. Я хочу, чтобы ты уехала из этого города. Конец игры? Вы хотите убежать, верно? Вы хотите сбежать из города, верно? Верно, верно, заколебал. Тогда я позволю вам уйти. Довольно? Нагица, ты уверен? Это мое решение, как лидера. Но как насчет Монаки? Я говорю ее. Погоди, ты серьезно говоришь, что просто отпустишь ее? Пока вы не появились, наша революция проходила гладко. Я не хочу, чтобы вы больше вмешивались. Не, ну там еще спасение этого... в Яку будет. Так что, пожалуйста, уходите отсюда, держитесь от нас подальше, пожалуйста. Что вряд ли это конец, я сомневаюсь. Хорошо, все готово. Ура, собственно, специально созданный магический круг Монаки. Шины сотрешь. Ты ужасно бодрая. Ну, конечно, все идет как по маслу. Сплин, не знаю, мир вращается, Монако в центре. Все благодаря моим замечательным союзникам, которые играют свою роль и делают все возможное. Похоже, время поджимает. А еще немного, и у нас будет совершенно новый преемник. Преемник? Кто? Что за преемник? А, Джунка и Нашима второго поколения, да? Что ж, здесь все становится довольно-таки интересным. А, наверное, то, Джунка, которая... Все, не буду спойлерить. Вдруг кто не смотрел первую и вторую часть, а надо бы посмотреть. Б. Хорошо. Ну все, получается. А, да-да-да. Немного эротики от Бьякова. Как же без этого? Ты хорошо держалась, почти как кошка. Что? Интересно. Очень хорошо, я буду твоим господином. Нам понадобятся кошачьи ушки и ошейник. В качестве награды я даже позволю тебе посидеть на моих коленях. Ага. Допустим. Монетки ставьте себе. Третья часть, кстати, была довольно-таки короткая. Так, третья завершена. Следующая, что будет? Четвертая, правильно. Ну ладно, тогда, если на этом все, тогда сохранение дадут, нет? Да, дадут. Тогда на этом все. Все ссылки в описании, пиши любой комментарий, поставь лайк, чтобы видео продвинулось, а также подписывайся на канал, чтобы не пропустить следующую серию. На этом все. Скоро увидимся.